Раз в год лучшие спортсмены подразделений, входящих в структуру «Динамо», приезжают на чемпионат по гиревому спорту, чтобы в честной борьбе выявить сильнейшего. В нынешнем году 7 команд выставили порядка 40 атлетов. Выступали в двух дисциплинах – рывок и толчок, а также в 4 весовых категориях. Каждый сотрудник территориального подразделения государственного органа уполномоченного должен быть сильным, выносливым, что является положительным моментом при несении службы, причем несении службы в различных условиях. Основные качества, которые здесь присущи данному виду спорта, это сила и выносливость. Чтобы справиться с 24 и 32 килограммовым снарядом, а их спортсменам предлагают на выбор, важны не только физические данные. Главное – грамотная стратегия и тактика. От того, как правильно спортсмен рассчитает свои силы, установит ритм дыхания и справится с волнением, зависит результат. Я выбрал 24, работал с ним, толкнул 87 раз. Тяжело было работать, заранее готовился. Есть ребята, которые намного лучше результат показали. Выше головы не прыгнешь, как говорится. На что наработал, то и сделал. Сильные соперники выступают, толкают 32-ки. Очки, когда толкаешь гирю 32 килограмма, на 2 удваивается. Поэтому очков у них намного больше, чем у меня. Я все равно не сдаюсь, буду бороться до конца. Победителей турнира судьи определяют в общекомандном и личном зачете по сумме двоеборья. За 10 минут отведенного времени надо сделать максимальное количество поднятий. Для спортсменов областного управления МЧС, которые с гирей на «ты» уже давно и всегда входят в число лидеров практически во всех весовых категориях, поднять 24-килограммовый снаряд от 100 и выше раз не в новинку. Побеждаем. Это спорт. В других видах мы можем проигрываем и не обижаемся на других, что они постоянно побеждают. Например, футбол там нам очень тяжело, в шахматах нас Следственный комитет поддавливает всегда. Выигрывает. А здесь это наш вид спорта, и мы не собираемся уступать ему никому. По итогам соревнований будет сформирована команда Брестской области. Сильнейшие гиревики представят регион на республиканском чемпионате, который пройдет в мае в Минске. Ирина Альшова, Григорий Пекарский, Дмитрий Лазарчук, телекомпания «БУК-ТВ».